Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Привет, ребята. Подходит время, когда надо уже подумать о том, чтобы подвести итоги. Мы завершаем здесь, группа лидеров компании FFI завершает свое пребывание на Кипре, на этом благодатном острове. Очень мне понравилось на Кипре. Я был тут 10 лет назад. И тогда понравилось, а сейчас еще больше понравилось. Понравился климат, люди, комфорт, природа, море, еда. Ну все, понравилось. Но больше всего мне понравилось то, что я был здесь не просто отдыхальщиком обычным, а я был человеком, которого пригласили сюда руководители большой компании, которая имеет колоссальную перспективу на рынке под названием компания под названием FFI. Freedom. Всегда я бился за это слово, за свободу в своей жизни. И вот, наконец, я оказался в компании, которая в название собственное ввело слово, которое называется «свобода». Вечная свобода. Благодатное слово. И вот в результате того, что я услышал от руководителей, я беседовал лично с владельцами компании. В результате общения с основными менеджерами компании, непосредственно вот так вот, тет-а-тет, через переводчика, правда, но имел такую возможность поговорить. В результате общения с лидерами, с людьми, которые работают здесь уже не один год и не два, я в целом пришел к выводу, собственно, в чем я и не сомневался, что я оказался, лично я оказался в правильном месте. Мы с женой все осмыслили, обдумали. И живем сейчас только тем, что мы обсуждаем планы на будущее. Я точно знаю, как мне кажется. Я думаю, что я не ошибаюсь. Мой опыт говорит мне о том, что я на правильном пути в своих мыслях. Я точно знаю, что сейчас надо делать, чтобы преуспеть. Я точно знаю, что действовать надо быстро. Я точно знаю, что 4 принципа, которые я когда-то вывел для себя, начиная бизнес новой компании, которые звучат так: действовать, работать надо быстро, раз, много, два, долго, три и правильно. Быстро, много, долго и правильно. Вот первое слово, работать надо быстро сейчас. Я уже не знаю, сколько раз я вам об этом рассказал, но все-таки я подтверждаю еще раз, что работать надо быстро. Вот что сейчас нужно будет делать, это работать быстро. 7 числа я прилетаю вечером в Украину, и мы начинаем. Мы начинаем. К сожалению, сейчас мы оказались, третья наша точка пребывания на карте Кипра, это Ларнака, окраины Ларнаки, где-то в глубине, на самое море нас поместили, и тут самое большое достояние этого места состоит в том, что здесь море в 3 шагах, и море хорошее. Здесь нет такой цивилизации, как в Пафосе, где мы были, в 5-звездочном отеле. Нет таких комфортных условий, но зато здесь море. Дикое место, где мы уходим рано утром туда и думаем, как нам построить бизнес правильно сейчас, выстроить. Хочу вам сказать сразу, что мы русскоговорящая команда, которая работает в системе Прав ТВ, обладаем колоссальным преимуществом перед всеми остальными. Вот мои спонсоры вышестоящие и ребята, с которыми я работаю, очень хорошие, толковые люди, способные, трудолюбивые, горячие, но у них нет такой системы, у них не развивается так бизнес. И они, честно говоря, недоумевают, как удается так быстро строить организацию. Одно из признаний, которое я получил там на мероприятии, было сделано за то, что я
самый скоростной дистрибьютор. За 42 дня я построил организацию в 350 человек. Меня признавали 3 мая. Сегодня 5-е, начало дня. И я могу смело заявить, что в моей организации более 370 человек. Они не понимают, как это может происходить. Это, конечно же, это наше главное с вами достояние. Возможность включать в бизнес людей, даже когда ты спишь, когда ты не работаешь, когда ты даже на Кипре. Твоя организация растет. Инструменты в бизнесе играют, в нашем бизнесе играют важнейшую роль. Но мы об этом еще поговорим. Сейчас я хочу вам сказать, что нам объявлено много хороших, радостных новостей. Я не буду сейчас здесь их выкладывать. Хочу сказать, что есть 3 промоушена для нас. 3. Один промоушен финансовый, денежный. Другой карьерный. И третий, автомобильный. Я приеду, мы подробно будем разбирать эти промоушены. Может быть, завтра даже я постараюсь в нескольких роликах рассказать вам о них, чтобы вы не теряли время. Во всяком случае, один начинает действовать с 10 мая. Один действует с 1 мая. Один с 10, второй бесконечно. Введен новый статус в карьерной лестнице, называемый двойная платина. Тот, кто сделает двойную платину, будет в очень хорошем положении, в шоколаде. И сделать это очень просто. Я вижу, как растут организации моих лидеров. К сожалению, я не могу участвовать из-за плохого интернета, я не могу участвовать в тест-драйве и в тренингах. Вот вчера не смог участвовать в тренинге, сегодня вряд ли я смогу участвовать на тест-драйве. И в субботу я буду в самолете, когда будет проходить тренинг. Так что я выйду в эфир только в понедельник. Это будет уже 8 или 9, 9 число. 9 числа я выйду в эфир и буду проводить тест-драйв. Тест-драйв в понедельник вечером. Короче говоря, друзья мои, знайте, что нас ждет великое будущее, что тот, кто сейчас откроет свои глаза и начнет со всей силой рубить деньги, зарабатывать, стараться, двигаться, делать правильные вещи, которые я сейчас вам расскажу, тот через год, два, три будет состоятельным человеком, уверяю вас. Компания надежная, стабильная, построенная на самом правильном, крепком фундаменте, на продукте, на гениальной идее, на миссии, которая востребована сегодня по полной программе. Сегодня ни один начальник, ни один бизнесмен не имеет права отвернуться от проблем экологии, от вопросов, связанных с сохранением окружающей среды. Это гениально. И второе, это никто сегодня не отказывается от того, чтобы экономить на топливе. Вчера мы ехали в автобусе, и Пол Харрисон, главный менеджер по развитию Европы и Евразии, рассказывал о том, какие встречи они провели здесь, на Кипре, и заключили договора с одной судоходной компанией, которая будет использовать наш продукт. Я вам такие вещи расскажу, мурашки по телу бегут. Просто бегут мурашки по телу от перспектив, от возможностей. Я желаю вам удачи, я всех вас ценю, вижу работу каждого. У нас есть потрясающий инструмент, можно видеть работу каждого. Я день и ночь думаю о том, как сделать нашу работу более эффективной. И знаю твердо, тот, кто сейчас в этих трудных условиях, когда мы только стартуем, только начинаем, подсуетится, поработает и будет действовать вот с открытым забралом, тот и победит в конечном итоге. Не хочу никого просто-напросто мотивировать сетевыми всякими возгласами. Хочу сказать правду, истину. Топливо, энергия, экономия, деньги, экология, будущее людей. И мы в эпицентре событий. Гарантированно мы преуспеем по одной единственной причине. Продукт, который мы имеем, работает. И могу сообщить, что нам подготовили новый продукт. Жидкий, более мощный продукт, типа буста, только более эффективный. Так что ждите новостей, завтра еще здесь положу. Желаю вам удачи и до встречи в эфире. Удачи вам!